Президент анонсировал референдум по строительству АЭС. Надо было намного раньше. Никто не даст кредит. Люди боятся. Если даже что-то произойдет у наших коррупционеров, не думаю, что есть какие-то шансы. Есть какие-то силы, которые не хотят, чтобы в Казахстане это что-то развивалось без атомной энергетики. У нас не будет будущего. Добрый день, уважаемые читатели! С вами Рабига Десингулова. Сегодня у нас в гостях директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков. Эрлан Гадлетович, здравствуйте! Добрый день! Эрлан Гадлетович, сегодня мы будем говорить об атомной электростанции. И хочется спросить, почему именно сейчас? Я понимаю, что в научном сообществе вопрос строительства атомной электростанции, наверное, обсуждается уже не первый год и, возможно, даже не первый десяток. Но сейчас этот вопрос, скажем так, остро встал ребром буквально для всех казахстанцев. Осенью президент анонсировал референдум по строительству АЭС. Почему сейчас возникла необходимость об этом говорить? Но вы правы в том, что на самом деле вопрос атомной энергетики в научном сообществе обсуждается давно. Сейчас в Национальном ядерном центре у нас уже, наверное, с 92-м мы создали, с 93-го года у нас научно-техническая программа развития атомной энергетики, которая и дала нам основные компетенции, дала нам основные возможности вести эти исследования, ну и на сегодняшний день уже быть признанным, наверное, всеми мировыми производителями ядерных технологий, как специалистами в области безопасности атомной энергетики. Более того, у нас стратегическое направление, одно из главных стратегических направлений Национального ядерного центра, это так и называется, развитие атомной энергетики. То есть в научном сообществе это движется давно. Что касается в рамках государства, то я бы тут выделил все-таки, не сегодня это все произошло, было несколько этапов. Первый этап, скорее всего, это 96 год, это когда АО КТЭП разработала ТЭУ о создании и строительстве атомной электростанции в ВВР-640 в районе поселка Улькен, известного вам. Полностью ТЭО прошла всю экспертизу, заключение, приезжала миссия МАГАТЭ, которая проверила площадку, проверила основные выводы и так далее. То есть, в принципе, все шло хорошо, но до постановления правительства, до решения так и не дошло. Второе ТО, которое было сделано на моей памяти, это ТО «Каркас», это совместное российско-казахстанское предприятие. Они разработали ТО о создании ВБРа на основе ядерной установки подводной лодки. И тогда они тоже прошли все экспертизы, но до постановления не дошло. Третий этап, я думаю, наверное, надо о нем говорить с 2009 года, когда выбрали 5 площадок, Такустанай, Тарас, соответственно, Актау, Балхаш и город Курчатов. То есть 5 площадок были выбраны, мы полностью их обследовали, показали, что по всем требованиям МАГАТЭ показали их приемлемость, о том, что можно их использовать, можно там все строить, выработали определенные требования к самой станции, к единичной мощности, типу, виду и так далее. И в 2017 году была создана комиссия государственная, которая, ну, во-первых, оставила только 3 площадки, это Актау, Балхаш и город Курчатов. И из этих 3 площадок моя комиссия съездила, все посетили все эти 3 площадки, послушали, поговорили. Были отобраны 2. То есть осталось 2. Это вот Балхаш и город Курчатов. Мы сделали маркетинговое исследование, под как раз маркетинговое исследование посредством атомной станции. То есть надо было показать, какие реакторы, что и что есть в мире, из чего можно выбирать. Когда вы первый раз строите, вы должны все-таки понимать, что сколько это будет стоить точно, сколько времени на это понадобится, какие есть минусы, какие плюсы. То есть, в принципе, референтность – это главный критерий для строительства атомной станции. Второе – это то, что реактор должен быть водоводяной, легководный и под давлением, понятно, да? Почему? Потому что на сегодняшний день, вот, наверное, порядка 70% успешных проектов это есть как раз водоводяные под давлением реакторы на легкой воде. Ну и третье, это надо было определить уже из тех данных, которые мы получили от электроэнергетиков, надо было единичную мощность. Единичную мощность мы определили, где-то получилось в районе 1,2, 1,4. Это единичная мощность для блока.
для блокчейн, для двухблочной системы, то есть получается 2,4, 2,8, да? То есть диапазон строительства атомной станции. А единичная мощность это у нас что? Единичная мощность, это имеется мощность одного блока. Понятно. А мы расстроим два блока, то, соответственно, в два раза больше. Но там просто определенные требования есть у электроэнергетиков, да, так называемое резервирование мощности. То есть, когда у вас стоит большой блок, если он выходит из строя, должно сработать все правильно и хорошо, чтобы система не упала. Мы проанализировали все имеющиеся в этом диапазоне и по этим критериям атомные станции. Получилось 4. Да, то есть которые и уже вот КАЭС на основании наших исследований сейчас работает с этими четырьмя вендорами. Вернее, они получили от них определенные предложения, технико-экономические предложения, и вот они работают с ними. Это то, что не просто так и не в одну минуту это все возникло. На самом деле есть определенная история, да, то есть, в принципе, есть определенная логика, есть определенные шаги. Угу. Может быть, они не такие быстрые. То есть, может быть, надо было намного раньше, после того, когда надо было чуть раньше это сделать, тогда бы, может быть, мы уже сегодня имели атомную станцию. Второй вопрос по поводу людей. Всех интересует, кто будет обслуживать АЭС, потому что, я так понимаю, для поддержания работы, слаженной работы, нужны не только, вот, наверное, высококвалифицированные специалисты, там есть еще и психологическая составляющая. И хватит ли у нас специалистов? Есть ли вообще у нас такие специалисты? А если нет, откуда мы их возьмем? И сколько человек нужно, чтобы обслуживать будущую АЭС, которая у нас появится в перспективе? Ну, на самом деле, я не вижу больших проблем с персоналом для атомной станции. 1800-2000 в среднем, наверное, на станцию 2,4 гигаватта понадобится персонала. Ну, это всего персонала, да? А вот эксплуатирующий персонал, да, который требует специальной подготовки, это где-то в районе 350-400 человек. То есть это вот такая станция, да, столько людей. Ну, во-первых, строится она будет 8 с лишним, там, или 8-10 лет, да, время есть. Я думаю, что основное, когда во время переговоров, которые предстоят, да, то есть я вам говорил о том, что вендоры дали свои технические предложения, дальше после этого будет индивидуальная беседа с каждым из ним, то есть какая-то торговля, какие-то там требования, да, и по локализации, это в том числе по подготовке кадров. То есть, в принципе, можно заложить туда, в контракт, обязательство подготовки кадров, да, то есть для нашей станции. Ну, это, как говорится, такой вариант. Но Казахстану хорошо то, что у нас есть Национальный ядерный центр Института ядерной физики. Если говорить про НЯЦ, то у нас имеется 4 совместных кафедры с восточно-казахстанскими и абайскими университетами, да? Абайские, я имею в виду, области Абай. Где у нас полностью подготовка, начиная от бакалавриата, мастерские диссертации, даже PhD, без отрыва от производства, поскольку у нас есть свои диссертационные советы. То есть у нас полный цикл производства специалистов до специалистов самой высокой категории, то есть уже защищенных докторов наук. Еще что хотел бы сказать. Я хотел сказать, что у нас огромный опыт по эксплуатации 3 следовательских ядерных реакторов. Это ВВРК реактор, который находится в Институте ядерной физики, это недалеко от поселка Алатау. Это ИВГ-1М реактор и ИГР. Это два реактора, которые находятся на Сепалатинском испытательном полигоне, которые нам остались от военно-промышленного комплекса. Но мы их полностью модернизировали, мы их полностью конвертировали. Сейчас используем их только для мирных целей. Если сравнивать атомную станцию с исследовательским реактором, то это вот как, ну, самое сложное у полета в самолете, да, и самое опасное — это подъем и посадка, да. Дальше она там он просто летит стабильно. Атомная станция работает как: она вышла на мощность и поехали. То есть она пашет там, опять же, 24/7 и до упора, пока не потребуется перегрузить, да, там активную зону. Мы говорили с вами о том, что со дня открытие первой АЭС в мире прошло лет 70, наверное, да? Наверняка есть уже какие-то новшества. Возможно, не в самом принципе работы атомной электростанции, а новшества, я имею в виду, может, более экологично, более безопасно. И, может быть, объемы, охваты вот самой этой энергоотдачи увеличились, увеличиваются.
хочется понимать, какая АЭС будет в Казахстане, насколько она будет новая, отличаться. Хорошо. Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, надо сделать маленький... Ну, наверное, надо рассказать о том, что все ядерные установки на сегодняшний день, они подразделяются на так называемое поколение. Первое поколение 50-60-е годы. Главная задача перед первым поколением реактора, первого поколения стояла принципиально продемонстрировать возможность преобразования ядерной энергии в электрическую. То есть просто показать принципиально такую возможность. Естественно, вопрос о безопасности вообще там не стоял. Ну, я стоял, но не на такой степени, как, к которой мы привыкли сегодня, к которой мы требуем от атомных станций. Второе поколение атомных станций – это то поколение, главная задача которого уже была после демонстрации, увеличение эффективности такого преобразования. Да? Надо было, чтобы это было выгодно, надо было, чтобы это было долго, да? Ну, там, и так далее, и тому подобное. Это вот было основное, чем занимались ученые при конструкции. К сожалению, и вот у второго поколения реакторов вот системы безопасности, они тоже оставляют желать лучшего. После аварии на Three Mile Island, это 1979 год, Америка, и после самой крупной аварии, это Чернобыльская в 1986 году, все, по крайней мере, ядерное сообщество научное, оно на самом деле пересмотрело полностью свои подходы к разработке, к строительству и эксплуатации атомных электростанций. Во главу угла поставили вопрос безопасности. Но, естественно, были внесены большие серьезные изменения в разработку новых реакторов. И новые реакторы — это как раз реакторы поколения 3+. Они могут работать без электроэнергии, они могут работать без оператора. Это так называемая обратная связь, которая существует в атомных станциях. Когда атомная станция уходит из нормальной эксплуатации, отходит. Существует обратная связь, которая, используя только законы природы, такие как гравитация или многое другое, просто возвращает ее в нормальное русло. Ну, к примеру, например, пассивная система охлаждения, да, то, что не хватало в этом на Фукусиме, да, то есть, в принципе, даже если оператор ничего не будет делать, в случае аварии пассивная система сама в течение 3 суток будет самостоятельно охлаждать реактор. То есть это вот за счет только использования природы. Наработка водородов тоже будет состоять система, которая не требует или подвода электроэнергии, которая будет заниматься регенерацией водорода. Да? То есть накопления водорода не будет, взрыва, как на Фукусиме, тоже не будет. То есть много таких систем, которые пассивных систем, которые дополняют и взаимозаменяют друг друга совместно с активными. Более вам того скажу, что даже если произойдет большая авария, да, хотя вероятность ее на сегодняшний день с учетом новых всех подходов и конструкций составляет 10⁻⁷, да, то есть здесь сколько-то 1-10 миллионов лет, да, случай, а сама станция работает всего 60 лет, ну, пускай пролонгация 80 лет, понимаешь, что это, в принципе, ничтожно малая вероятность, да, то есть в случае такой большой аварии, я имею в виду, как а-ля Фукусима. Но даже если такое случится, то существуют на сегодняшний день разработанные ловушки подреакторные, которые локализуют расплав активной зоны. Просто не даст ему рассечься, не даст случиться тому, что опять же случилось на той же Фукусиме. Да, то есть сегодня это большего почему-то ссылаюсь. Локализует расплав? Локализует, ловит. Ага. Да, то есть он не уходит под землю туда, не взаимодействует с подземными водами, да, и так далее и тому подобное. Он просто его ловит. Есть куча других систем, которые сейчас разрабатывают, в том числе и Национальным ядерным центром, по поводу вывода частичного вывода расплава активной зоны, чтобы избежать вторичной критичности, ну и многие такие вещи. Да. И вот я просто хочу похвастаться и сказать, что вот такие бетонные ловушки, главным там элементом является так называемый жертвенный материал. То есть, который наносится на бетонную ловушку и который первый взаимодействует с этим расплавом, там большие температуры, и вот первым взаимодействует жертвенный материал. И вот такой материал был нами найден по заказу японской компании Toshiba. Мы его испытали у себя, взаимодействуя с разными расплавами активной зоны и так далее. В общем, провели испытания, подтвердили. И сейчас такие ловушки вот с таким материалом стоят на японских атомных электростанциях. Вот эти поколения 3+, плюс
ко всему еще снабжены так называемым глубоко эшелонированной защитой. Представляете, 20-сантиметровые стенки ядерного реактора. 20 сантиметров металл. Ну и четвертое, это контамент, так называемый, это, который состоит из двух слоев, это метровая железобетонная конструкция плюс герметичная металлическая конструкция, и все это, вот, в принципе, огорожено и защищает реактор. Защита какая? От 8 баллов землетрясения, полное наводнение, защищает ураганный ветер, 56 метров в секунду, это страшный ветер. И падение самолета реактивного, 400 тонн весу, 750 километров в час скорость. Вот представляете, это все он выдерживает. И, то есть, если даже что-то произойдет внутри, а вероятность маленькая, я же вам говорил, да, то вероятность такого будет совсем мизерная. Если вот сравнить ТЭС, да, тепловую электростанцию с реактором, то вот на площадке ТЭС уровень радиации в 5-10 раз больше, чем на площадке атомной станции, поскольку на атомной станции там природный уровень, да, то есть такой натуральный. А здесь это за счет того, что они выбрасывают вместе с... В самом угле находится куча всяких радиоактивных изотопов, которые не сжигаются, выбрасываются, которые съедают. То есть, в принципе, это он, еще один такой большой минус в этом. Вот эти поколения 3+, они... абсолютно, не то, наверное, такое слово не основано, максимально, ну, почти абсолютно безопасны. С точки зрения электроэнергетики, у нас большая потребность находится на сегодняшний день и прогнозируется в дальнейшем, это юг. То есть больше там потребности, это юг. Здесь в северной части у нас есть и угольные генерации и так далее, хотя они тоже будут со временем уходить. Поэтому первую станцию решили, если будет принято положительное решение на референдуме, скорее всего, нужно строить на Балхаше. На Балхаше. Но вторую станцию, вторым темпом, надо строить в городе Курчатове. Причем, мне кажется, надо строить две одинаковые станции, поскольку в этом случае будет экономически выгодно. Представляете, когда у вас два одинаковых, то есть тут уже люди научились, приходят сюда, строят и так далее. Это то же самое с эксплуатацией, то же самое с ремонтными базами и так далее и тому подобное. Сколько человек может охватить первая АЭС, то я имею в виду энергоотдача, насколько она будет большой либо небольшой? Для нас очень сложно понимать, как это будет работать, и хочется знать, сколько человек мы сможем обеспечить энергией, наверное. Ну, это надо взять калькулятор и посчитать. Ну, можно сказать, как, у вас сейчас 20 гигаватт, да, вот то, что мы сейчас используем, да, и мы еще 3 гигаватта дополним, да, ну, 2,4, 2,5 гигаватта дополним, ну, пускай даже 2 гигаватта, то есть это 10%, на 10 раз больше. Но это не людей, в большей степени это касается все-таки развития промышленности. Я говорю, вот главный потребитель электроэнергии, это у нас промышленность, это заводы и так далее, да, и, естественно, уровень развития Казахстана, он будет зависеть от того, какие у нас есть источники, базовые источники, насколько они хороши, насколько они могут позволить развивать и дальше экономику. Поэтому без атомной энергетики у нас не будет будущего. Люди боятся, люди действительно боятся. Происходили прецеденты, это тот же самый Чернобыль. Это происходит, конечно же, очень редко, но все же, когда это происходит, это становится огромным прецедентом. Тут можно подвести сюда и какую-то коррупционную составляющую. Я понимаю, что, возможно, вопрос это не к вам, но смотрите, условно, как у нас это работает. Выделили деньги, возможно, половина не дойдет до назначения строительства АЭС, я имею в виду, а на вторую половину построят. И это самый большой страх. Будут вопросы к качеству. У нас, извините, ЛРТ не могут достроить. Я понимаю, что это, наверное, очень по-дилетантски, да, звучит, где АЭС и где ЛРТ, это абсолютно разные вещи, но это просто как пример. И вот чего больше всего боятся люди. Как вы думаете, как избежать каких-то вот коррупционных рисков при строительстве АЭС? Ну, вы правы в том, что я не специалист в этой области, да? Но скажу просто свои мысли. Ну, не то, что свои мысли, но свое понимание этого вопроса. Вы правы в том, что нельзя сравнивать строительство атомной станции с обыкновенным гражданским строительством. Поверьте, совершенно разные вещи. Атомное строительство – это, ну, во-первых, участники этого рынка – это штучные компании, да? То есть даже, во-вторых, это очень финансово емкий рынок, да? То есть проекты все дорогие.
Поэтому компании стремятся в него войти, в этот клуб. Клуб людей, которые допущены для того, чтобы заниматься этим бизнесом. Ну, людей я имею в виду, компании, да? То есть я и те же разработчики реакторов, тепловыделяющих сборок, тех же, ну, даже те же парогенераторов и так далее. Это штучные, известные во всем мире компании. И каждый из них дорожит своим имиджем. Поскольку потеря имиджа означает крах компании. А в этом на рынке атомном крах – это может произойти после первой неудачи. Да? Больше никто к вам с этим вопросом не обратится. Поэтому все проверенные компании, каждый беспокоится о своей репутации. И в таком рынке очень сложно где-то как-то сделать какие-то коррупционные схемы и так далее. Никто на это не пойдет. Никто не запустит реактор, как, скажем, автомобиль на трех колесах, да, то есть оставив где-то четвертое колесо. Ни в коей мере. Почему? Потому что есть МАГАТЭ, который осуществляет контроль. Потому что при любом строительстве есть так называемая техника Support Organization, TSO. Да? Оно бывает внутреннее и бывает внешнее, да? То есть которые следят за тем, как все это исполняется. Ну и соответствующим образом есть регуляторные органы в самой стране, которые тоже главная задача, так сказать, чтобы все обустроилось и делалось. Да? То есть, в принципе, куча контроля за этим исполнением. Ну и самое главное, больше всего в этом заинтересованы сами вендоры. Потому что это их репутация, это их хлеб. Это очень хороший бизнес, очень такой финансово весомый бизнес. Да? И его терять никто себе не позволит. Это большая роскошь. Ради чего? Поэтому на уровне строительства у наших коррупционеров не думаю, что есть какие-то шансы на это. Недавно Министерство энергетики, по-моему, по последним данным, называлась сумма 10 миллиардов долларов, сумма строительства АЭС, я имею в виду. Как вы думаете, во сколько в конечном итоге, или, может, приблизительно она все-таки может обойтись? Есть ли у нас такие деньги? И кому интересно, вы только что уже объяснили, кому это интересно и почему это интересно, но все же хочется узнать сумму, кому это интересно, есть ли у нас такие деньги. Ну, вы знаете, я вообще не помню цифру 10 миллиардов, что кто-то называл. Помню, называли, по-моему, 12 миллиардов, да, цифру. Ну, это не важно. Это не важно. Важно то, что на сегодняшний день есть 4 вендора, которые представили так называемую предварительную технико-экономическую информацию в Казахстанской атомной электростанции. 4. Там есть все предложения, включая цену вопроса. Там все 4 цены. Но это, естественно, коммерческая тайна. Естественно, подписаны коммерческие договора, то есть они распространены и так далее. Да? То есть, в принципе, мы все это увидим и узнаем. Да? Просто все технологии, они разные. Мощности разные, да, то есть там тысячные, там 1200, ну, то есть разная мощь, 1450 у французов, да, то есть и так далее. Но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что технологии разные, подходы разные. Дальше схема финансирования какая будет? Никто же не знает, то есть это тоже процесс, по крайней мере, мы не знаем, какие сейчас предложения есть, да, это, может быть, даже будет процесс какого-то negotiation, там, обсуждения, там, торговли и так далее, да. Локализация тоже, я думаю, в цену тоже как-то скажется, да, и так далее. То есть, в принципе, этот вопрос, он на сегодняшний день просто гадать, то есть, ну, я как человек с другой области, да, не с финансовой, то есть, в принципе, не стал бы сейчас либо говорить, какая все-таки цена, она будет, то есть, да, когда ее назовут. У нас есть, сейчас функционирует ТЭЦ, ГРЭС, и возникает вопрос, почему нельзя просто реконструировать, отремонтировать или построить другие ТЭЦ, еще понастроить. Ну, то есть вот такой вот вопрос, зачем именно атомные электростанции? Атомные станции сегодня, да, это стабильные, это экологически чистые, это безопасные источники энергии. Мы все понимаем, да, что сегодня есть определенные экологические вызовы во всем мире, да, все страны понимают и говорят что-то о том, что давайте все-таки бороться против изменения климата, да, то есть, и как все понимаем и знаем, что это во многом связано с углекислым газом, там, с выбросами. Но Казахстан также поддерживает это стремление. Мы подписали Парижское соглашение, мы взяли на себя определенные обязательства к тому, чтобы стать безуглеродной страной.
1950 году, да, сопленная стратегия по развитию безуглеродности в Казахстане подписана президентом нашей страны Касым Жомартом Кемелевичем Токаевым. То есть, в принципе, есть определенные обязательства, которые мы взяли у международного сообщества. Не менее важно также является то, что сегодня у нас 20 гигаватт – это доступная мощность, да, из них, на самом деле, большая часть – это генерации угольные. Угольные генерации, да, ну и большинство из них, они еще были построены в прошлом веке, во времена Советского Союза, и понятно, что на сегодняшний день многие из них уже выработали свой ресурс, требуется замена, как минимум. Но поскольку я уже говорил о стремлении всего мира к безуглеродной стабильности, да, безуглеродному уровню, то понятно, что все на сегодняшний день имеющиеся финансовые, мировые финансовые институты, они никто не поддерживают строительство угольных станций, никто не даст кредит. Поэтому строить новые станции сегодня становится очень сложно. Более того, мы же говорим еще о углеродном налоге, да, то есть если вы используете нечистую энергию с точки зрения углеродных выбросов, то вас будут облагать налогом, то есть всю любую вашу продукцию, которая была произведена с грязной энергией, то, естественно, необходимо заменять на что-то уголь. К сожалению, ВИА – это нестабильный источник энергии, да, то есть для того, чтобы удовлетворять потребностям промышленных предприятий, нужна так называемая базовая мощность, базовая генерация. К базовой генерации относятся три источника, да, то есть это первое – это ТЭС, тепловые станции, второе – это гидростанции, и третье – это атомные станции. Вот, других нет у человечества, никто, мы ничего другого не изобрели для базовой генерации. К сожалению, гидро у нас ограничено, да, то есть мы не можем там новые реки построить, там новые реки запустить, не знаю, там обратную сторону запустить, по несколько раз использовать. Естественно, что вот те станции, которые будут уходить и будут выводиться из эксплуатации с точки зрения, вот, я имею в виду про тепловые электростанции, они будут заменяться в первую очередь тогда, получается, только атомными электростанциями. Вероятно, вы знаете, в обществе появилось много слухов, множество разных конспирологических теорий касательно строительства АЭС. Что вы можете ответить этим людям? Как человек науки, я считаю, надо во всем, о чем ты говоришь, это как опираться на какие-то факты. Да? Реальные факты, а не какие-то вымыслы, не какие-то слухи и так далее. Ну, чтобы как-то избежать, вот я понял ваш вопрос. Вы имеете в виду, что нужно для того, чтобы меньше было слухов? Ну, наверное, может, это где-то наша вина, в том числе Национального центра, меньше разъяснительной работы. Ну, мы вот на сегодняшний день объездили все области, все центральные города, проводили там публичные обсуждения, рассказывали свою позицию, были довольны, были недовольны, особо бурно это проходило в Алма-Ате, но мы это все сделали, мы попытались рассказать свое видение, показать, ну, буквально, наверное, то же самое, что сейчас я вам рассказываю, но в более сжатые объемы, и отвечались на все вопросы, которые нам задавались, и не было ни одного вопроса, который остался без внимания и даже без ответа. Да, то есть, в принципе, мы вот такую работу начали делать. Может быть, она недостаточная, это первое. Ну, и во-вторых, наверное, есть какие-то силы, которые не хотят, чтобы в Казахстане это что-то развивалось, в Казахстане, чтобы какой-то был прогресс. Не знаю, наверное, я думаю так. Есть, ну, какое-нибудь лобби. Если народ осенью согласится со строительством АЭС, примет такое решение, то, вероятнее всего, это будет строить международная компания, ну, это 100%. Не будет ли влияния, да, и какой-то, наверное, геополитической подоплеки, если АЭС построит у нас какая-то международная компания? Как мы можем нивелировать вот эти вот геополитические риски? Во-первых, если мы хотим нивелировать опасения, ну, прежде всего, надо во время вот договоров, обсуждений, да, с вендорами, надо обязательно требовать передачу технологии производства тепловыделяющих сборок. Это должно быть номер один. Ну, может быть, не номер один, там, может быть, есть куча других, конечно, я говорю, сказать, но должно быть это важным. Когда мы будем иметь собственное производство тепловыделяющих сборок, поверьте мне, станция, которая запущена на 60 лет, еще плюс 80 лет, там только меняются сборки, то вы уже мало от кого зависите. Говорят сейчас там о том, что да, вы даже свои тепловыделяющие сборки будете делать, но у вас нет обогащения и так далее. Ну, у нас 32 страны производят
имеют атомную станцию, производят электроэнергию за счет атомной генерации, ну, у них не у всех есть обогащение, да, то есть, в принципе, это нормально. Обогащение есть, ну, я так понимаю, вообще обогащение это измеряется так называемыми единицами работы разделения, да, то есть ERR. И вот во всем мире их всего 66, да, 29 производит Россия, дайте бог памяти, 15, по-моему, Китай, 20 это, по-моему, там европейский консорциум, ну, все остальное там дальше по всем. То есть получается почти все, да, ну, половина России, почти все, все вот эти вот три основных игрока, да, на этом рынке. Все остальные живут нормально, ничего не опасается, никаких проблем нет. Да более того, у нас же в Казахстане все об этом говорили, но они никак не связывают почему-то. У нас в Казахстане есть банк низкообогащенного урана, как раз для таких целей. Он как раз создан для тех целей, что в случае какого-то конфликта, если твой поставщик тебе отказывается поставлять, ты можешь использовать это МАГАТЭ, ну, в смысле, не каждый, а тот, кто является членом МАГАТЭ, может использовать этот уран, который находится там. Вот мы должны бояться, что завтра нам тепловыделяющие сборки не поставят. Нет. Вот завтра мы сами будем производить тепловыделяющие сборки. У нас есть банк ядерного топлива, в котором есть готовый гистарит урана, то есть нам не... У нас есть полная цепочка производства ядерного топлива, да? То есть от добычи до... Нету конверсии, да? То есть перевод его в гистарит урана, и нет обогащения. Так у нас готовый гистарит урана с обогащением 5%. Вы мне не задали вопрос почему-то, который все задают, это о стоимости. И все ссылаются на цифру 12, которую получают от АКУЮ. Да? АКУЮ сейчас строится в Турции, там цифра 12 центов за киловатт-час. Но на самом деле... Вот это идет подмена понятий тарифа и себестоимости. Себестоимость другое. 12 – это тариф. Там другая совсем система подхода строительства к атомной станции. Россия заключила договор с Турцией о том, что по системе, это первый раз вообще за всю историю, BOO, да, Build, Owner and Operate. То есть ты строишь, ты собственник, и ты ее эксплуатируешь. И вот Россия пришла, на свои деньги строит, станет собственником и будет сама производить электроэнергию. Но Турция гарантирует, что она купит, будет покупать в течение 12 лет по цене 12 центов за киловатт. По цене, это тариф, это не себестоимость, 12 центов за киловатт. Эту электроэнергию, чтобы окупить и чтобы как-то отбить капитальные затраты России, да, чтобы Россия, и тогда Россия после этого просто вся эта станция перейдет уже в собственность Турции. Понятно, да, то есть это не себестоимость, это тариф, это обязательство, которое заключили. Себестоимость где-то, наверное, не знаю, насколько мне известно, или по крайней мере, это где-то в районе 3-4 цента, наверное. Киловатт на шинах. Ну, может быть, меньше, может, больше. Это мы еще тоже узнаем, кстати. И подытоживая в конце, можете ли вы назвать вот основные причины, наверное, может быть, по пунктам, почему АЭС это важно и зачем его строить в Казахстане? Возможно, вы захотите успокоить казахстанцев как-нибудь, потому что многие люди переживают, и страхи понятны. Ну, это важно, потому что необходимо. Да? То есть на сегодняшний день нет другого выхода, нет другой альтернативы. У нас прогрессирующий дефицит электроэнергии, который к 2035 году будет составлять порядка 30 гигаватт. О, 3 гигаватт, sorry. Выпускает 3 гигаватта. У нас проблемы с экологией, да, то есть мы взяли на себя определенные международные обязательства, но это на самом деле не только международные обязательства, я думаю, так это в принципе осознанная позиция, да, нашего государства о том, чтобы бороться с изменением климата. У нас угольные станции, которые являются сегодня базовыми, базовой генерацией, они выходят из строя, и нечем их заменить, как только атомные станции. И на сегодняшний день атомные станции – это безопасные, это стабильные, экологически friendly, да, экологически чистые установки или генерация для электроэнергии. То есть бояться их не стоит. Я вот буквально сегодня, сколько уже, почти час об этом говорю. Реально, то есть если сравнивать реакторы, которые были, реакторы, которые есть, это небо и земля с точки зрения безопасности. Благодарю, что вы пришли к нам. Спасибо за ваше время. Всегда рад.